субботу на ТВ Рус. Не пора еще подковы сдирать. 12 мая 80-го года в кинотеатрах «Союза» премьера. Первый советский фильм «Катастрофа». «Экипаж». Александр Ильич, все, может, вот потерпи еще секунду, вот снимем и все. Уже на следующий после премьеры день билеты на «Экипаж» купить невозможно. О, как меня ненавидел весь женский и мужской состав тем более. Только за первый год проката фильм посмотрели 90 миллионов человек. Смыть, это позор, так сказать, чтобы узнать, что у нас это такое снимается. На такой оглушительный успех режиссер фильма Александр Мита и не рассчитывал. От меня требовалось естественное расстройство и слезы. Периодически даже меня серьезно пороли. К моменту завершения съемок фильм «Катастрофа. Экипаж» несколько раз становился катастрофой для своих создателей. Кто поджег? Но его крик воспроизвести невозможно. Крики были слышны в аэропорту Домодедово. Как слетали? Нормально. 20 лет спрашивай, 20 лет слышу нормально. Огненный рейс. Как это было? В субботу на ТВ Русь.